Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Турецкие войска и сирийские оппозиционные формирования взяли в плен 14 сирийских военных. Во вторник телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники среди сирийских курдов сообщил о пленении на северо-востоке Сирии 14 солдат сирийской армии военнослужащими турецкой армии и боевиками вооруженной сирийской оппозиции, воюющими на стороне Турции. Телеканал уточняет, что инцидент произошел в населенном пункте Тель-Тамер. Напомним, что ранее телеканал Sky News Arabia распространил сообщение о якобы зафиксированных на северо-востоке Сирии первых боестолкновениях между подразделениями сирийских и турецких войск. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.